часто слышу в сетях о том, что это какой-то сумасшедший дом, палата номер 6, я Наполеон. Нет, ни Шишкин, ни Малевич не имеют никакого прямого отношения к данной выставке. Это список. Я Мане, я Шишкин, я Малевич, я Петров, я Сидоров, я художник. И, в общем, самое главное здесь – это я. Я художник. Вот. Мы верим, что с годами профессионалы, те художники, которые, в общем-то, имеют и имя, и образование, и работают, и живут за счет искусства, тоже бы участвовали в этой выставке, хотя пока еще мы этого результата не добились, потому что почему-то идет информация о том, что эта выставка для художников-любителей. Во-первых, скажу честно, когда мы посещаем какие-то другие специализированные выставки, авторские выставки, какие-то, может быть, проекты с небольшим количеством художников, волей-неволей мы оцениваем работы и всю выставку, исходя из наших знаний. То есть работает наш ум, наш опыт, наше какое-то знание. На данной выставке все это выключается, потому что невозможно все рассмотреть, все проанализировать, узнать, что хотел сказать художник. Включается подсознание.